Всем привет! С вами снова Оля из Голландии. И сегодня я хочу вам рассказать о своих новогодних фаворитах. Это именно те вещи, которые сделали мое настроение именно в новогодние и рождественские праздники. Начнем с вещей. Первая вещь, которую я хочу вам показать, это свитер, который я заказала на сайте ss.com. Он размера XL, он большой. И он такой теплый, такой мягкий, хороший. Это 100% хлопок. Этот свитер я покупала по скидке. То есть он стоил очень дешево, всего 14 евро. И мне нравится этот цвет. Это немножко необычно, нестандартно. Ни красный, ни синий, а именно такой зеленый, бордовый. И следующая вещь, которую я хочу показать. Уже кусочек было видно. Это подарок из Эстонии. Носочки. Тоже очень теплые, мягкие шерстяные носочки. Эстония славится именно своими шерстяными изделиями. Шапки с оленями, варежки и носочки тоже. Теперь перейдем к косметике. Ну, так как у меня довольно сухие губы, то для меня важно, чтобы они всегда были хорошо увлажнены. Поэтому уже второй год я пользуюсь помадой от Oriflame, гигиеническая помада. Здесь хорошо видно, что-то не в фокусе. Oriflame Essentials. Это бальзам для губ с витамином Е. Следующая вещь, раз уж мы заговорили об увлажнении, это вот такой малыш от компании La Roche-Posay. Это крем для очень-очень сухой кожи. У меня он в пробнике, и мне он очень понравился. Теперь я хочу целую баночку. Мне кажется, что зимой кожа нуждается в дополнительном увлажнении. И хотя моя кожа не супер сухая, я не знаю, какая она сейчас, скорее всего, смешанная. Ну, в общем, этот крем моей коже очень понравился, она его оценила, поэтому я хочу ее побаловать и подарить своей коже вот такой замечательный крем. Он называется Nutritic от компании La Roche-Posay. А следующая вещь. Это чудесный гель для душа. Я бы даже сказала, что это какое-то желе. Вот он. От компании Baileys & Harding из Англии. Но я его купила на сайте голландского торгового центра Wayday. Я его купила еще летом, тоже по скидке. То есть он стоил где-то 3 евро. Я не знаю, какая у него настоящая цена. Он пахнет обалденно, он пахнет Рождеством. Называется этот аромат Spiced Orange. И по своему запаху он напоминает мне апельсин, в который воткнули много-много гвоздичек. По одной из европейских рождественских традиций нужно в каждый день адвента втыкать по одной гвоздичке в апельсин. Это создает невероятный аромат в комнате, и мне напоминает именно эту традицию, вот этот гель для душа. Это просто чудо. И следующая ароматная вещь, это был подарок от моей подруги. Из, откуда он? Из Body Shop. Такой маленький крем для тела, для рук и так далее. У него просто нежнейший аромат. Такой вкусный, мне напоминает шоколад и ваниль, что-то такое. Следующие две вещи — это тени для век. Мне кажется, что зимой, когда темно, можно активно использовать тени с блестками и так далее, потому что они будут классно смотреться, они будут актуальны. И сегодня у меня в макияже тоже использованы тени с серебристыми блестками, такие белые, я думаю, вы видите. Это тени из моего любимого магазина Хэма. Там продается очень много интересной косметики. И вот мои любимые малыши. Вот эти золотые, я их купила год назад. Надо уже новые покупать, потому что они подсохли. И вот эти малыши у меня с осени где-то. Я начала активно пользоваться именно зимой. Ну, видимо, я очень активно пользовалась, потому что уже вся баночка съедена. Сейчас покажу, как они смотрятся на руке. Ну,
Ну, естественно, все зависит от того, как вы хотите, чтобы они выглядели. Можно положить их плотным слоем, можно наоборот легким, тонким слоем. Тогда они будут так слегка мерцать. Золотые тоже потрясающие. Сейчас покажу. Это золотые, вот эти. Мне нравится качество этих теней, мне нравится их цена. Мне нравится у них все, просто все. Там есть много-много разных оттенков, но мне именно понравился золотой оттенок сначала, потом я рискнула купить еще и серебряный. Что касается интерьера, то в первую очередь мне понравилась моя елка. О, игрушки. Вот это сова. Олень. Игрушки в Голландии просто потрясающие. Они стоят просто копейки. Например, можно купить двух оленей за 1 евро. Вот таких вот красивых. Или, например, вот такие вот птички в клеточках. Тоже две штуки, там 1 евро. Когда акции, то это вообще стоит меньше евро. Там 50 центов, 70 центов. И с помощью всех этих игрушек можно создать вот такую вот красивую елочку. Есть вещи, которые я купила даже в секонд-хенде. Например, вот такие шишечки. Одна шишечка стоила 30 центов. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вам что-то интересно, то задавайте вопросы. Если вам нужны ссылки на какие-то продукты, то я с удовольствием их оставлю. Напишите, что вам понравилось в этом видео. И не забывайте ставить лайки. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока!